У нас сегодня концерт, который заявлен как «Нью-Йорк-Москва. Встреча на сцене». Так мы обозначаем концерты, которые происходят с участием наших гостей, приехавших из разных стран. Ну, чаще у нас бывают музыканты из Америки. И вот сегодня у нас в гостях два наших соотечественника, которые перебрались на джазовую землю в Соединенные Штаты Америки. Это Яков Нейман, саксофонист, и ударник коммунистического труда, барабанщица Александр Могилевич. Они оба живут и работают в Нью-Йорке, играют с американскими музыкантами, работают в джазовых клубах и прочее. Вместе с ними другие наши соотечественники, которые пока, и надеюсь, надолго проживают в Москве. А? Уверен. Вот Женя Гречищев уверен. Евгений Гречищев, фортепиано, и Сергей Хутос. Нашему вниманию будет представлена программа, которая состоит из стандартов джазовых и авторских композиций. Thank you.